Анри стал главным тренером французского клуба «Монако», сообщает BBC. До этого назначения экс-чемпион мира, бывший нападающий клуба «Арсенал», был ассистентом главного тренера сборной Бельгии. На чемпионате мира в России этим летом Тьерри Анри помог бельгийской сборной дойти до полуфинала и затем занять третье место. Примечательно, что его карьера в профессиональном футболе началась именно в «Монако» в 1994 году под руководством Арсена Венгера. «Мое сердце принадлежит «Монако». Похоже, судьба распорядилась так, что моя тренерская карьера тоже начинается здесь. Я крайне воодушевлен. Мне дали такую возможность. Теперь надо начинать тяжелую работу», сказал Анри. В качестве нападающего Тьерри Анри выигрывал с разными клубами Лигу чемпионов, дважды Кубок Англии и два раза чемпионат Англии. Ему принадлежит рекорд по количеству голов, забитых за лондонский «Арсенал» – 228. В составе сборной Франции вместе с Зинедином Зиданом, Дидье Дешамом и другими футболистами звездного состава Анри становился чемпионом мира и чемпионом Европы. Он остается лучшим бомбардиром в истории французской сборной. На его счету 58 голов. После ухода с футбольной арены в 2014 году знаменитый француз около 2 лет комментировал футбол на британском телеканале Sky, пока не получил приглашение в тренерский штаб сборной Бельгии. Контракт «Монако» с Тьерри Анри заключен до июня 2021 года. В третьей игре подряд сборная Германии не смогла не то что выиграть, но даже отметиться забитым мячом. Как отмечает ресурс «Гол», это самая затяжная серия проигрышей в сухую в истории команды. Наставник «Бундестим» Йоахим Лёв недоволен действиями подопечных. Главный тренер сборной считает, что причина поражения в матче с Голландией, который закончился со счетом 0-3, недостаток уверенности у его игроков. «Дело не только в реализации опасных моментов. Мы играли хорошо, пока не пропустили, и затем не использовали наши шансы. После пропущенного мяча можно было заметить, недавние результаты команды привели к неуверенности игроков». Большую часть матча против голландцев немецкая сборная уступала минимально, пока на 86-й и 93-й минутах счет не стал разгромным. «Тяжело сказать, почему мы не забиваем», признался журналистам Лёв и добавил: «Проиграй мы 0-1, это было бы еще допустимо, но нельзя так рассыпаться в последние 10 минут матча». Следующий матч Германия проводит 16 октября против действующих чемпионов мира Франции. Усейн Болт забил первые 2 гола в своей карьере футболиста. Подробности у газеты «Гардиан». 8-кратный олимпийский чемпион, который недавно решил перейти из легкой атлетики в футбол, оформил дубль за клуб Central Coast Mariners. В предсезонном матче австралийской А-лиги против клуба MacArthur West Coast United ямайский спортсмен помог выиграть своей команде со счетом 4-0. Олимпийский чемпион не раз говорил, что мечтал стать профессиональным футболистом. 1,5 месяца назад мечта сбылась и состоялся его дебют. А в матче против MacArthur West Coast United он впервые вышел на поле в стартовом составе. Усейн Болт – один из самых успешных легкоатлетов в истории мирового спорта. За его плечами 8 олимпийских золотых наград, 11 медалей высшей пробы чемпионатов мира и 8 мировых рекордов. Горнолыжница Линдси Вонн завершает спортивную карьеру по окончании сезона, передает CNN. «Самая успешная лыжница всех времен», сообщила об этом в своем инстаграме, отвечая на вопрос подписчицы. На счету 33-летней американки 82 победы на этапах Кубка мира. Больше за всю историю горных лыж побеждал только великий швед Ингемар Стенмарк 86 раз. У Вонн еще есть шанс побить его рекорд. Впереди целый сезон. Тем не менее, уход состоится независимо от того, как закончится год. «Если мне удастся побить рекорд, о большем нельзя и мечтать. Если же не смогу, что ж, думаю, у меня была невероятно успешная карьера, несмотря ни на что. Я все еще самая победоносная лыжница всех времен». 8 лет назад на Олимпиаде в Ванкувере Вонн стала первой в скоростном спуске и третьей в супергиганте. В этом году из Пхёнчхана она уехала еще с 1 бронзовой наградой. Кроме того, на счету американки 2 золота чемпионатов мира и рекорд среди женщин по числу побед на этапах Кубка мира. В 2019 году стартует первый формульный чемпионат для женщин W Series. В официальном заявлении его создатели объясняют, что таким образом хотят привлечь как можно больше женщин в автогонке, показав равенство возможностей полов. В гоночной серии будут участвовать от 18 до 20 женщин, которые будут отобраны по результатам оценок их тестов. Призовой фонд турнира составит $1,5 миллиона, говорится на сайте Top Gear. Первый сезон W Series будет включать 6 гонок на лучших трассах Европы. Впоследствии чемпионат распространится на Америку, Австралию и Азию.